У меня мало хп. Владус! Мы друг друга убили, в смысле? Есть, Владус! Светится! А кто это у нас тут собрался? Это у нас будет самое настоящее противостояние Леонов. Всем привет, с вами Кубик и... А ты где вообще? Владус, я сверху, привет! Здорово, Кубик, а чё мы это, ну, начинаем уже драться, да? Владус, да не то, что мы начинаем драться, у нас будет самое настоящее ПВП. И смотри, у нас, получается, есть Леон против Леона. Битва двух легендарок. Я даже сижу в желтой футболке, потому что мы же всё-таки за легендарку как-никак играем. Поэтому давай просто возьмем, поставим лайкосики на это видео, подпишемся на канал и обязательно поставим колокольчик. Вот Владус уже это тоже сделал, и поэтому битва... А я давным-давно уже все поставил, и Владус, ты его поставил только сейчас, что ты мне врешь? Я же видел, и зрители тоже это видели. Чё в жизни-то я давным-давно поставил, я вот уже вот так. Хорошо, сижу. Хорошо, я тебе поверю, осталось только поверить зрителям, ты лайк поставил, поэтому конечно, мы начинаем попал, прямо сейчас. Я специально выбрал двух одинаковых бравлеров, чтобы у нас было как можно больше равных шансов. Владус, так, смотри. А, блин, Кубик, а если что? Пассивки у нас одинаковые или разные? Не знаю, я пассивку не выбирал, изначально она должна быть одинаковая, так что, Владус, тебе сейчас не поздоровится, иди сюда. Да, тебе не поздоровится, ты чё меня сливаешь-то, Кубик, с самого начала? Фух, Владус, я так думаю, то, что победа сегодня будет за мной. А вы тоже напишите обязательно в комментариях, как вы думаете, кто же из нас сегодня выиграет. Владус, ты офигел, в смысле, нафига ты клонов пускаешь? Я не пускаю. Да? А что это тогда такое было? Так, тихо. Фигушки тебя смак! Что ты будешь? Да как? У меня ни одного кристалла еще! Ты хотел меня надурить? Под невидимка, значит, такой ко мне подходит, офигевший. Не-не-не, это так не работает. Вот Кубик какой, не, ну ты на центре. Да ты что делаешь? Просто сходу, Владус, у меня осталось 600 хп, ты меня даже сейчас, ты со мной даже элементарно сделаешь сейчас ничего не сможешь. Просто изи победа сейчас будет. Смысл, чекай. Кубик, давай вылазь за кристаллом, вылазь. Да, сейчас я вылезу, сейчас. Ой, а куда кристалл испарился, да, Владус? Блин, да как, где? 9 кристаллов у тебя, хорошо. Да не то, чтобы 9, Владус, уже 10. Уже 10, да? Ну, типа того. Тихо. Да ты офигел, стой! Просто изи, твоё, Владуса! Тихо. Владус, ну давай, подходи, у тебя же так жизни, тем более. Не, я не могу идти, подойти, ты зараза какая. Вот ты, постоять, блин. Он у меня сам двигаться начал, я не бежал в ту сторону, с какого фига? Ладно, в любом случае, Владус, я стал звездным игроком, и я тебя победил. На этот раз нас ожидает самая настоящая битва в Броулболе. Владус, ты же понимаешь, что сейчас ты тоже сольешься, да? Да чё, хоть сольюсь-то, Кубик, я бы тебе... У меня просто есть такое предчувствие, просто моя интуиция обычно... Убегай! Тихо, так. Сейчас мне нужно придумать способ... У тебя нет вариантов, ты понимаешь? Что говоришь, я тебя не понял. У тебя нет вариантов, Кубик. Да, конечно нет. Куда они делись, твои варианты? Так, смотри, что мы сейчас делаем. Мы, короче, берем, заходим вот сюда. И... Так. Опа-на! Тихо. Не надо! Смотри, просто, Владус, на линии! Тихо. Ты дурак, что ли, Кубик? Стоять. Ты такой лошара вообще. Стоять, Кубик, ты мне должен мяч отдать этот. Он просто на линии стопнулся, Владус, у тебя был такой шанс, просто такой. Ты офигел, потому что... О! Тихо, случайно это сделал, случайно это сделал. Ай-яй-яй-яй, бежу. Ну ты, Кубик, конечно, да. Ну чё, как тебе забивать? Ну давай это, в свои ворота. Ну да, ладно, Владус, самое главное то, что ты сейчас профугал свою ульту. И чём? А я её не профугал, я просто сейчас побегу, быстро. Есть! Фух, как это было просто обхитрил тебя вообще как можно сильнее. Так, подожди, Кубик. А ну ты же тоже сейчас профукал свою ульту. Ничего, так у тебя-то тоже сейчас нету. Тихо. Ох, ты жучара! Поверил, да? Ну да, типа того. Повелся немножечко, повелся. Тихо. Ну, зачем я сюда пошел? Надо было не знать. Не знаю, Кубик, у тебя тоже нет шансов сейчас. Сейчас, 100 хп. Ну, косарь, точнее, косарь хп. Давай, иди сюда, Владус. Фигушки тебе. Тихо. Блин, ну ты зачем? Так, ладно, все, тебе кранты. Опа, да. Повелся. Блин, ты меня обманул сейчас, Это было. Че, Владус, как тебя забивать? Нет, я здесь, стой! Это, Владус, было все-таки изи. Ну, реально, ты забил первый гол, и на самом деле было прям очень опасно, но я все-таки затащил. И счет у нас становится 2-0. Владус,
Очень горячо, очень горячо. Кажется, вы попали в горячую зону, да? Это я попал в горячую зону, а ты уходишь отсюда. Смысл, ты офигелся? Почему ты так быстро меня сейчас уходишь? Да ты чё, блин? Ну, Владус, причём ты по мне самым первым ударил, я свою первую, это, первую тычку профукал, и... Сейчас ты профукаешь. Стоп, а где ты правильно? Где ты настоящий, Владус? Я не знаю, я понял, не знаю, кучик. Тихо, тихо. Тихо, мне мало хп, мало хп, мало хп. Да уйди, да, как от меня клон. Владус, у тебя оставалось 150 хп, у меня оставалось 300 хп. Так, а ты зараза, у тебя 40% уже. Давай, дай, ладно, я тебе немного сейчас поддамся, давай, вставай на зону, вставай. Что ты гонишь, поддамся. Вставай на зону, вставай на зону, сейчас я опять буду быстренько уничтожать. Сейчас. Это будет самый настоящий троллинг Владуса. Тихо. Да какой троллинг, нахер, ты 400 хп, 400 хп, мне нужно отхилиться, мне нужно отхилиться. Владус, не подходи близко мне, лошара. Ты офигел. Отстоять. Почему я по тебе не попал? Постоянно, постоянно, постоянно. Тихо, тихо. Сидим. Тихо. У меня мало хп. Владус! Мы друг друга убили, в смысле? У меня процентов меньше, черт. Да, это очень хорошо, что у тебя процентов меньше. В принципе, блин, надо было просто заранее ульту использовать, потому что я же быстрее. Ты что, офигел, в смысле? Это что, блин, была за обманка сейчас? Блин! Окей. Чего? Сидим. Владус, я тебя понял. Ты, видимо, меня поддаваться не хочешь, да? Ладно, не ладно. Хочу. Мне не нужны от тебя поддавки. Чё ты? Ты где? Ах ты жучара! В невидимке стоял! Я думаю, где ты стоишь, потому что круг фармится? Тихо, ты чё, меня догоняешь уже по процентам, в смысле? Ладно. Я уже тебя перегоняю по процентам. Ладно, знаешь, что я еще понял? То, что смотри, походу за нами следит один из подписчиков, один зритель. Я за 100%. Тихо. Ага. Ты хотел меня надо? Нет, а ты кубик что делаешь? 200 хп, ебой! У меня 84% кубик отстанет. Да ладно, ладно, Владус, не переживай. Сейчас у тебя будет, 84% у тебя так и останется до конца игры. Ты как меня сразу сходу с полетом? Я не знаю, это рандом. 90%, да иди нафиг отсюда, клон! Стоять, кубик нет! Фух! 100%! И я снова затащил, Владус! Вот вообще! Владус, а ты вообще играешь хотя бы или нет? О, да не, я тут просто сижу и вообще... ладно, я просто думал, может, ты вообще ушел, за тебя вдруг бот играет, да? А то ты просто играешь как нубас! Да кого как нубас, кубик? Ты чё, не знаю. Так, давай, может быть, сейчас сыгранем в ограбление одну каточку. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, нормас. Ограбление начинается. Владус, ты же понимаешь, что я тебя сейчас возьму просто и ограблю, да? Ну, не совсем понимаю, кубик. Не совсем понимаю. Ты чё? Чё? Это был не я! Просто фантастики тебя. Я даже по кейсу по твоему попал. Молодец, Владус. Только я уже попал в два раза больше. Блин, смайлики эти. Ладно, давай смайлик тоже скинем тебе разочек. Опа. Так. А они все равно выключены. Тихо, подожди. Да ты... Ага, я видел где-то настоящий, поэтому ты меня не надуришь, Владус. Не. Кубик, надурю. Блин, надурю. Ладно, чуть-чуть. Тихо. И что ты делаешь? Кубик! А ты офигел! Как мне выигрывать здесь, скажи? Ну, Владус, просто нужно играть по тактике! 20 хп! В смысле? Да ты офигелся! Тактика, вот тебе тактика, кубик, вот тебе тактика. Да, Владус, я видел то, что ты бежал первее, чем клон, поэтому я знаю, где ты настоящий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Тихо. Да ты что такое офигевший-то? Тихо. О, да, сложно наиграть нафиг со мной, когда вот так вот. Вот да, очень-очень ладно, сложно. Ладно, все, просто бежим. Ой, зачем я сюда стрелял? Тихо. Кубик, ну ты дурак. Я хочу просто быстрее сломать твой кейс, и все, и тогда будет изи победа. В смысле, как ты ломаешь быстрее? Так, Ладус, просто у меня в запасе был один хитрый план. Какой хитрый план? Что ты сделал? Ничего, я просто тебя затроллил, Владус. В смысле, каким образом, кубик, вот я такие, не понимаю, почему ты один ломаешь? Тихо, где ты настоящий? Где ты настоящий, говорю, Владус? Мы тут с клоном тусим немножко, тихо. Я чё, это у меня тактика не сработала, все, 8%, 8%, бежим. 8%, да ты чё? Бежим, быстрее. Хоть бы не убил. Нет, Владус, молодец, ты меня не в ту сторону стрельнул. Блин, а! Блин, мой хитрый план, кубик, готовься. Ладус, давай, если ты меня сейчас выиграешь... Нет, не выиграй, блин! Все, кубик, вот, пошло дело, пошло! Да, очень пошло. Я хотел сказать, если я проиграю, то я открою ящик, но я не успел этого сказать, поэтому это считается или нет? Считается. Че, ящик открывать, да?
Ладно, давай, знаешь что, у меня же в прошлом сезоне осталось 5 больших ящиков. Давай, пожалуй, прямо сейчас их откроем. Так, смотри, первый ящик, погнал, из него мне, конечно же, нифига не выпало. Жалко, я не вижу, что у тебя выпадает, я бы посмотрел. Ну, Владус, да, я тебе обязательно скажу, если что-нибудь выпадет. Но знаешь, вот, чтобы мне что-то выпало, нужна обязательно поддержка от зрителей. А, помоги, как лайк. Нужно просто сейчас взять и поставить лайкос на это видео. Если ты этого еще не сделал, обязательно. И тогда мне выпадет что-нибудь интересное из этого ящика. Погнали, 3 предмета, 2, 1. Нифига не выпало. Ничего тебе не выпадет, кубик. Да, ну ладно, хотя бы есть бонус 200 предметов. У меня остается еще 3 ящика, как я и обещал. Так, здесь снова нифига, да почему, блин. Так, 51 монетка, знаю, тоже нифига. Ладос, последний ящик, как ты думаешь, что-нибудь из него дробится или нет? О, ну конечно, 5 леонов и 4 спайка. Ну, да, а такое тоже может быть. Окей, давай, Владус, если нет, то ты... Владус, 32 монетки. Опа! Так в смысле, это значит бравлер, у тебя бравлеры-то есть уже все. Есть, Владус, светится! И кто? Это будет, я думаю, то, что колет. Да? Ты, может она выпасть? Хоть бы колет. Владус, гаджет на Сэнди! Ты меня так испугал, я думал, колет! Не, нифига подобного, колет мне, походу, вообще никогда в жизни, блин, не выпадет. Но в любом случае, видос получился прям мега топовый. И если тебе он понравился, тебе нужно обязательно подписаться на канал. Тем более, что кнопка подписаться прямо вот здесь. Быстрее на нее нажимай, прямо 100%, она тебя ждет. Фух.